Сегодня в рамках единого дня депутата я использовал все формы общения с избирателями. Работа с избирателями считаю важным и действенным моментом в работе каждого депутата. В рамках единого дня депутата я провел прямую телефонную линию, встречу в коллективе Гомельской дистанции сигнализации связи, а также прием граждан в ЖУ-10. Очень часто обращаются граждане оказать помощь, либо материальную, либо какую-то посильную помощь в благоустройстве территории. Одним из примеров послужила ситуация, когда обратились молодые мамы, попросили благоустроить прилегающую к дому территорию, на которой были расположены детские игровые малые архитектурные формы. Это и скамейки, это и песочница, и качели. Мы с моей командой, конечно, сразу же отозвались. На собственные средства была приобретена краска. С командой осуществили покраску данных малых архитектурных форм, скамеек. В работе мне сегодня активно помогал представитель общественного объединения БРСМ Базаров Артем, секретарь узлового комитета Гомельского отделения железной дороги, а также член молодежного совета Сернов Никита. Я, как член молодежного совета, работая вместе со своим депутатом, получаю незаменимый опыт в правовой сфере, в сфере законодательства, который я впоследствии смогу использовать в дальнейшем в своей работе.